Какой попрыгунчик! А-а-а, не кушай меня, не кушай! Привет, Оска! Привет! Вы на канале Оскар ТВ. Сегодня бабушка мне еще передала с Макдональдса вот эти все игрушки. Ух, новые, запакованные! Интересно, что тут? Давай скрывай по очереди, посмотрим. Похоже, какие-то динозаврики или дракончики есть. Каких-то игрушек. Миньоны, динозаврики. Первый Оскар открывает миньона. Кому-то попался, да? Одна бабушка покупала себе Хэппи Мил. Я не знаю, что это за миньон такой. Хэппи Мил съедала, а... Ух ты! Танцует этот миньон, наверное, или поет? Танцует. Просто ручками. И он танцует. Как Элвис Пресли, да? Нет, танцует. Вправо и влево, вправо и влево. Хорошо, отставляй. Давай следующую игрушку распакуем. Вот такой динозаврик. Давай, открывай. Это из серии «Как приручить дракона». Игрушки с Макдональдса, с Хэппи Мила «Как приручить дракон». Ну, даже если сейчас этой серии нету в Макдональдсе, она уже прошла, мы все равно рады. Игрушка новая. Только-только запакованы. Руки здесь еще есть. Руки. Как же без рук он будет летать? Без рук или без крыльев? Без крыльев. Крылья надо вставить, да, ему? Здесь есть отверстия. Есть отверстия? Здесь отверстия. Вот у нас есть такой дракончик с крыльями, ему надо приделать крылышки, да? Так, одно вставили и вставили, так, и вставили второе. И что нужно делать? Ага, и нужно его, ага, не в ту сторону мы опять завели, нет? Он должен прыгать. Что-то так случилось. Ставим по-другому, должны ставить. Поэтому он не... Вот. Ножки будут просторными. И крылышки будут правильно болтаться. О! Какой попрыгунчик! Опа! Это у нас из серии «Как приручить дракона». Готовы? Да! Ну еще раз давай его запустим. Погнали! Лови, Оскар! Давай следующего открывай. Следующую игрушку открывай. Оранжевый. Давай. И будет у тебя миллион игрушек. Целая команда. Целая команда драконов будет, да? Ой, все, что ты никак не можешь успокоиться. Успокойся. Успокойся. Стой смирно. Так, и миньон тут танцует, танцует. Итак, что же это за дракошка, что ему надо делать? Ага, я понял. Смотри. Что надо делать? Просто его катать. Попробуй его покатать. Назад. Сперва назад, а потом раз. Понял? Попробуй еще раз. Ой, какой он быстрый. Давай ставь, я настроюсь. Ой, улетел. Лети давай, птенчик. Быстро ездит. Давай следующего дракончика. Ставь этого. Давай его где-нибудь с краешку, вот так вот мы оставим. Теперь открываю. Вот. Большая упаковочка, там что-то большое, какой-то большой будет дракончик, да? Ну, открывай скорее, солнышко. Вытащим. Вот тут надо что-то строить, что-то собирать. Ух ты!
Давай посмотрим скорее, что нужно здесь делать. Так, распаковываем вот это. А это что? Это какая-то пускалка. Да, у нас все получается. Вставляешь хвостиком туда. Хвостиком вставляешь. Вставил? Вставилась? Вот. Теперь на меня. И ты должен будешь нажать вот эту кнопочку. Ой, страшно стало даже. Класс. А теперь давай еще раз. Только стрельнешь в другую сторону, чтобы было видно хорошо. Готов? Вот, вот туда стреляй, не на маму. В сторону. Оу, и улетел. Класс. Еще у нас один есть. Дракоша, как приручить дракона? Приручим вот этого. Приручили мы. Самый быстрый дракон в мире. И теперь открывай последнего своего дракончика. По-моему, у Оскара такой когда-то был. Да. Был такой у тебя? Да, такой же самый мне попался. У тебя уже был такой? Ну, будет два. Один я подарю тебе, Тимоша. Тимоше подарил ты один, братику своему, да? Да. Ну что же здесь, что он делает? Ну-ка. А, зубастик. Да. Зубастик, это зубастик? Ну-ка покажи поближе. Стой, держи в ручках, что он делает? Он крутит ножки. За крылышки, наверное, надо хватать. А еще он открывает рот. Давай. Да! Ой, какой яй. Тут пальчик давай, я. Не кушай меня, не кушай. Ай, зубы какие острые. Подписывайтесь на мой канал Оскар ТВ. Пока-пока. И ставьте лайки. Чао. Чао.